Прощение – одна из самых глубоких и тяжелых тем в человеческих взаимоотношениях. Иногда простить очень сложно, поэтому мы решили спросить у жителей нашего города, как делают это они. Я стараюсь прощать всех. А если вы обидели, тяжело? Тяжело. Не гордость просто. Бывают такие обстоятельства, что просто, когда обижают, то лучше от этого человека отойти и не просить ничего. Я человек необидчивый, я стараюсь не понимать все близко к сердцу, поэтому... Обидеть мужчину как бы, ну, нельзя, можно огорчить его. Если давайте так вопрос поставим, ну, смотрите, как могут огорчить по-разному. Могут огорчить тем, что оскорбят вашу маму. Да, это нелегко отпустить. А если огорчение вас просто обзовут? Какой-то человек, который, ну, то есть, два момента. Могу отпускать, могу не отпускать. То есть этот момент. Обида разная бывает. Это если близкий человек, то да. А если не близкий человек, то какая разница? Воспринимаешь это как обычный случай в трамвае. А наоборот, если вы обидели человека, вам тяжело попросить решение? О, это нет. Это если я чувствую, что я реально виноват, то проблем никаких не бывает. Я легко прощаю людей. А вот если вы обидели человека, тяжело вам попросить прощения? Осознать, что я виновата, не тяжело, а вот попросить прощения достаточно сложно. Гордость? Да, гордость. Но я стараюсь извиняться перед людьми, перед которыми я виновата.